первые минуты после обстрела города Барда. Он находится вдалеке от линии фронта. Объятые огнем машины, разбитые витрины, следы крови. Ракетный удар, по информации Минобороны Азербайджана, был нанесен армянской стороной из системы залпового огня «Смерч». Во время взрыва я стоял у своего киоска. Рядом ранило пожилого таксиста. Я отвез его в больницу и уже по пути увидел, что меня тоже задело осколком. В результате обстрела, как сообщили в Генпрокуратуре республики, погибли 21 человек, более 70 ранены. Число жертв среди мирного населения с начала обострения превысило 90. Генеральный прокурор Азербайджана возложил ответственность за гибель людей на конкретных лицах.